Привет, меня зовут Николай, и я один из создателей проекта «Читай быстро», в рамках которого мы стараемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Иногда мне в руки попадаются книги, которые оставляют неизгладимый след, и мыслями из которых хочется поделиться как можно с большим количеством людей, то есть со всеми вами. Так и родился этот формат «10 фактов, 3 задачи» из интересной книги. Сегодня у нас в гостях Питер Брэгман, основатель и CEO консалтинговой компании имени себя, автор трех нашумевших бестселлеров «18 минут», «Правило 4 секунд» и, собственно, «Эмоциональная смелость». Вместе с Брэгманом, откупоривая бутылку красного сухого Шато Ля Кав де Рок 2017 года, регион Бордо, купаж Мерло и Каберне Совиньон, говорим о эмоциональной смелости. Делаем это, как всегда, в формате 10 фактов, 3 задач и необычных 600 секунд. Это уже четвертая книга, посвященная эмоциональному интеллекту, которая попадает к нам на обзор. Ранее были Сьюзан Дэвид и ее «Эмоциональная гибкость», патриарх темы эмоционального интеллекта Дэниел Голман с одноименной книгой «Эмоциональный интеллект» и Трэвис Брэдбери с книгой «Эмоциональный интеллект 2.0». Вся суть эмоциональной смелости Питера Брэгмана в одном предложении. Эмоциональный интеллект – это совокупность навыков и умений, тренировать которые нужно не меньше, чем мышцы в спортзале. Если, конечно, вы хотите добиться какого-то выдающегося результата. Если вы хотите добиться какого-то выдающегося результата, не забудьте также, пожалуйста, подписаться на канал, поставить палец вверх, нажать на колокольчик, написать комментарий, как вам обзор, читали ли вы эту книгу, с чем в ней согласны, с чем не согласны, какие книги хотите увидеть на разборе 10 фактов, 3 задачи, а мы пока начинаем. Все начинается с познания себя. Перед тем, как управлять другими людьми, нужно осознать, принять себя. Люди существа эмоциональные, время от времени впадающие в крайности, в истерику и в какие-то очень подвижные психологические состояния. Руководитель может сорваться, потерять контроль, повысить голос, оскорбить подчиненного. Это все происходит с нами, с вами чуть ли не ежедневно. Брэгман советует найти в себе мужество, чтобы признаться в собственной слабости. Человек, принявший себя, освобождается от оков созданного им же имиджа и понимает, что быть собой – это прекрасное чувство, дарующее внутреннюю свободу и неуязвимость. И при этом он начинает осознавать, что ваша значимость тем больше, чем больше ваша незначительность. Сила незначительности, второй факт этой книги, заключается в том, что, как правило, должностные лица, наделенные какими-то полномочиями или функциональными какими-то вещами, они пытаются держать все под контролем. По мнению Брэгмана, сильный человек должен уметь быть незначительным, и для этого иногда достаточно просто послушать других. Подчиненные, которым предоставили свободу, предоставили право выбора, право осуществлять какие-то действия и нести за них ответственность, они становятся самостоятельными и чувствуют вот эту самую персональную ответственность. Руководитель в это же время может спокойно заниматься саморазвитием, может заниматься вместо тактики стратегией, а может, кстати, просто поговорить с другими людьми, чтобы выполнить тот самый третий факт. Даже самый глубокий самоанализ, вот это вот познание себя из первого слайда, все равно не откроет вам правду в полной мере. Всегда есть слепые пятна, всегда со стороны недостатки виднее. И поэтому грамотный руководитель, он не боится показать готовность получать обратную связь. Ее можно получать как в анонимном режиме, с помощью каких-то специальных форм, опросников и так дальше. Можно получать, в общем-то, в формате тет-а-тет. Какой выберете способ вы, это вам виднее. Но помните, что узнав мнение окружающих, вы исправляете или корректируете свои ошибки, корректируете свое собственное поведение и становитесь лучше. Если в этот момент вам удалось кого-нибудь рассмешить, тем лучше, потому что смех здесь и сейчас, четвертый факт из книги, он должен быть. Чем больше смеха в компании, тем лучше. Ну, как бы понятно какого, что в общем, негативные эмоции, они, как правило, возникают легче, чем радость. Поэтому вызвать у вашего подчиненного, у вашего коллеги, собеседника негативные эмоции у вас получится гораздо легче, чем вызвать у него же смех. Часто это вызвано тем, что ваш собеседник может думать о чем-то отвлеченном, у него могут быть какие-то другие мысли, и, в общем-то, в этой ситуации ему гневиться на вас, если вы его отвлекаете от этого состояния, гораздо легче, чем с вами вместе над этим посмеяться. Поэтому автор рекомендует ценить вот эти самые моменты искренности, когда люди отвечают вам улыбкой на какие-то вещи важные, которые вы им рассказываете. Это, во-первых, значит, что они с вами в этот момент находятся. Во-вторых, когда человек смеется, он полностью открыт и сосредоточен на текущем моменте.
И поэтому нужно не бояться смеха, нужно и самому, в общем-то, не бояться открываться. Это, кстати, пятый факт, который говорит нам о том, что не бойтесь открыться. Смех — это вот в том числе проявление того чувства, которое мы, как правило, прячем глубоко в душе. Человек, который искренне способен и радоваться, и сокрушаться, он обретает внутреннюю силу. И эмоционально смелая личность, по мнению Брэкмана, она не боится плакать, без разницы, от счастья или от горя. Разговоры на сложные темы, как правило, у нас вызывают целый калейдоскоп эмоций, там неуверенность, страх, раздражение, смятение, и поэтому мы от них отказываемся. Чем быстрее вы хотите приобрести эмоциональную смелость, тем быстрее вам нужно научиться вот с этим всем работать. И для руководителя, научившегося действовать, невзирая на свои какие-то чувства или внутренние барьеры, нет вообще, по сути, ничего невозможного. Если вы попадете, шестой факт заключается в том, что если вы попадете в какую-то неприятную ситуацию, когда вы должны сказать своему собеседнику что-то неприятное, ну, это там связано с увольнениями, сокращениями, с каким-то наказанием за невыполнение планов, то очень многие руководители заранее уже знают, о чем они будут говорить, они ощущают неловкость и пытаются заранее объясниться, почему так. И руководителю в этот момент кажется, что он сглаживает углы, а на самом деле собеседник еще не знает, о чем пойдет речь, поэтому вот все те убеждения и предпосылки, которыми вы пытаетесь обставить эту ситуацию, они не имеют никакого смысла и не имеют никакого значения. Питер настаивает на том, что сложные вещи нужно говорить просто и прямолинейно. Если вы затягиваете, это только усугубляет дискомфорт. Вам кажется, что вы как-то разруливаете ситуацию и делаете ее мягче, но на самом деле дискомфорт будет только больше. Ну и в любой такой вот неприятной ситуации обвинять других нет смысла. Если вас кто-то заразил, это особенно актуально, конечно, в середине апреля 2020 года, это не повод чихать на окружающих с целью мести. Тоже касается и эмоций, испорченное настроение не дает вам права срываться на подчиненных. Руководитель несет полную ответственность за то, что он транслирует другим, и за то, в каком настроении он это делает. И обязательно в такие моменты помните про одну из 45 татуировок Батырева, одну из 45 татуировок менеджера книги Максима Батырева: «Стая всегда копирует вожака». Так что, обвиняя других, тех, кто рядом и не смог, вы в то же время обвиняете и себя, потому что они ваша точная копия. Используйте приемы политиков. Чтобы повлиять на поведение окружающих, необходимо доносить какую-то свою идею, видение и путь. В идеальном мире человеку достаточно один раз сказать, и он понимает, что вы проговорили, и идет делать. К сожалению или к счастью, мы живем не в идеальном мире, поэтому Брэгман советует доносить свою идею в разное время, используя различные аргументы, используя различные убеждения, используя различные каналы, но делать это постоянно. Именно так поступают политики, которые произносят агитационные речи. Они транслируют один и тот же месседж постоянно в разных формах, в разных форматах, но долбят в одну точку. Реклама, кстати, коммерческая реклама действует аналогично. Ролик повторяется до тех пор, пока информация не оставит отпечаток в уме потребителя. И многократное повторение, поскольку оно является одной из основ пропаганды в худшем ее проявлении, но в этот же момент это действенный инструмент любого бизнеса. Когда вам нужно достучаться до потенциального потребителя, пройдя все фильтры его внимания и перегруженность информационным потоком, то вы должны помнить, что не нужно стесняться многократно повторять одно и то же. Избегайте поверхностных оценок. Девятый факт книги «Долой типизацию». Неправильно относить людей к той или иной категории с помощью поверхностной оценки. Мы все уникальны, каждый человек у вас в окружении уникален, и если вы хотите действительно с ним коммуницировать эффективно и, что самое главное, приятно, чтобы получать от этого удовольствие, будьте готовы к тому, что вам нужно много времени, чтобы понять его. Брэгман говорит, что тесты, определяющие тип личности, это все ерунда, потому что мир не только черный или только белый, есть множество полутонов, оттенков, и люди анализируют друг друга на основе личного какого-то опыта. Фраза «я вас понимаю», она на самом деле иллюзорна, потому что
понимание каждого из нас субъективно, и оно базируется на каком-то личном опыте, а значит 100% понимания мотивов другого человека у вас быть или не может вовсе, или будет крайне затруднено. Ну и при этом не развешивайте ярлыки. Если какие-то уступки или суждения неприемлемы, люди, как правило, стараются называть их злом, пытаясь дистанцироваться, и это как бы дает нам чувство безопасности, потому что мы не такие, как они. Вот зло — это они, а мы — это добро. Это недопустимое поведение, оно, как правило, вызывает ответную агрессию, и в результате этой ответной агрессии в состояние повышенной жестокости, жесткости приходят обе стороны. Не нужно принимать насилие, по мнению Брегмана, но осознавайте, что каждый несет ответственность за свои поступки, в том числе и за провоцирование другой стороны. Как говорила Масяня в одном из мультов про Масяню, если каждый про своих друзей только хорошее сказать может, то откуда же козлы берутся? Такими вот были быстрые быстрые 10 фактов из книги Питера Брегмана «Эмоциональная смелость». Три задачи, которые мы записываем в букнот. Это блокнот для осознанного чтения. Больше про него можно узнать на сайте bukva.info. Он специально создан для того, чтобы вы могли максимально получать информацию из любой прочитанной книги и применять ее на практике. Там есть советы по скорочтению. В общем, как с ним работать, можно почитать у нас на сайте буква.инфо. Из каждой книги, кроме 10 фактов, я выписываю три основные задачи. Значит, первая задача — это эмоциональная открытость. По возможности тренировать ее и с сотрудниками, и с коллегами, и просто с близкими людьми. Второе — это многократное повторение, особенно в рекламе. Везде, где можно дотянуться до потребителя. Facebook, Instagram, контекст, ремаркетинг, тизерные сети, email, цепочки, вот это вот все. Один и тот же месседж, но в разных формах и в разных форматах. Где-то это видео, где-то это текст, где-то это письмо, где-то это тесты и опросник, какой вы сегодня овощ. И третья задача — больше юмора в коммуникациях. Чем чаще ваш покупатель или сотрудник смеется, тем лучше. Такой вот Брегман, такие вот 10 фактов, 3 задачи из интересной книги, проект буква.инфо, читай быстро. Если вам интересно узнать о вашей текущей скорости чтения, проверить ее, проверить осознанность и понять, что с этим делать дальше, то у нас есть инструмент, позволяющий это сделать, буква.инфо/rapid. Конечно же, подписывайтесь на канал. Если хотите, продолжайте дальше слушать, как я пью вино и обзираю книги. Блокнот для осознанного чтения, рабочие тетради, смарт-конспекты, интересные статьи про эмоциональный интеллект и эмоциональную гибкость. Все это у нас есть на сайте буква.инфо. Приходите, в Инстаграм приходите тоже. Давайте дружить, читать хорошие книги, слушаться маму, и увидимся совсем скоро с очень хорошей книгой. С одной очень хорошей книгой. Хорошего вам дня. Пока.